Сергей Козлов. В порту. Мы пришли сегодня в порт. Мы стоим, разинув рот. Та вода, что у причалов, и которая вдали, и в которую сначала с моря ходят корабли, эта территория зовется акватория. Пошумев моторами, выпустив дымок, через акваторию мчится катерок. Словно цапли-великаны, по причалам ходят краны, носят в клювах финики, с острова мартиники. Танкер нефтеналивной к пристани стоит спиной, а к плавучим докам повернулся боком. Мимо бочек и досок, с каблучка да на мысок, обойдем мы все причалы, постоим, пойдем сначала. Это кто на весь причал хриплым басом зарычал? Как же тут не зареветь, как же тут не загудеть? Старый бурый лесовоз пол тайги сюда привез и посажен, как медведь, здесь на якорную цепь. Мимо бочек и досок, с каблучка да на мысок, обойдем мы все причалы, постоим, пойдем сначала. Чайки носятся в порту, с обезьянкой на борту. Посетив другие страны, захватив бразильский груз, встал на рейде очень странный, иностранный сухогруз. Сухогруз алжирский, полупассажирский. Мимо бочек и досок, с каблучка да на мысок, ходит важный старичок, аккуратный морячок. Трубку курит в кулачок, носогреечкой пыхтит, за погрузкою следит. Грузчики кричат «Вирай!», грузчики кричат «Майнай!». «Вира, Вира, подымай! Майна, майна, опускай!» Майна вниз, Вира вверх. Топот, грохот, шутки, смех. Разгружают пароход, это прибыл бегемот. А к причалу номер два привезли живого льва. Клетку тросом подцепили, «Вира!» крикнули. И вот лев по воздуху плывет, льва живого погрузили на турецкий пароход. В трюме лев мигнул, зевнул и отправился в Стамбул. Лев-силач, лев-трюкач, лев-потомственный циркач. А в порту грузовики возят ящики, тюки, возят уголь, лес, овес, даже старый паровоз. Хоть у деда много дел, въехал в порт и загудел. Я приехал под руду, кто с рудою на борту? День и ночь грохочет порт. Мы стоим, разинув рот.